Лену и Мишу к сегодняшнему этапу готовил Александр Жулин, и он выбрал для них музыку Петера Фрёденталера «Лимонное дерево». Галустян, вот его, наверное, желтая рубашка символизировала собой желтое лимонное дерево. Но на льду Миша сегодня был отнюдь не деревянным. Вы посмотрите, он и подпрыгнул. Мне одна дорожечка шагов понравилась больше всего, когда качание ног маятниковое, несинхронное. Это достаточно сложно делать в паре. Был момент, когда мне показалось, что сейчас будет выброс. Ну а поддержку Миша исполнил почти идеально. Ребята практически со всеми техническими элементами в своей программе справились. Ну и если переводить слова песни на русский язык, всему удивлялись. Катаясь вместе, они удивлялись, по-моему, тому, что оказались в паре.